Привет, ребята! Ух ты, сколько тут всего! Привет, ребята! Привет, Афоня! Привет, Гаврюша! Как-то много всего здесь находится. Ого, и Кати нету! Кати нет? Кати нету еще. Так, Кати нет, значит, кто тут главный? Ну кто? Ну кто? Конечно, мы. Мы? Ну ладно, пусть будет мы. О, что будем делать? Давай тогда поиграем. Давай поиграем в кубики, а? Кубики не хочу. Не хочу. Давай лучше поиграем в догонялки. О, хорошо, тогда я тебя догоняю. Ты меня? Ну давай, ты меня. Так, раз, два, три. А теперь ты меня, А я спрятался, И ты меня теперь догоняешь. Кубиком не стукай. Где? А я здесь. Ты где? Я вижу. Давай тебя догоняю. Догнал. Ой. Догнал тебя. Ой, Гаврюша. Да. Посмотри, как мы тут все разбросали. А кто ж теперь убирать-то будет? А мы скажем, что так и было, и мы тут ни при чем скажем. О, правильно, мы скажем, что это Нюся, например, тут играла, да? О, Нюся играла. Нюся. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя, здравствуйте. Здравствуйте, зверята. Так, а как это все понимать? Что понимать? Да. А что это у нас тут происходит? А что у нас тут происходит? А кто же это, интересно, разбросал кубики? Это не мы. А мы... Мы не знаем. Не мы. Это Нюся, наверное, поиграть решила. Решила поиграть Нюся. Нюся? Что-то на Нюсю это совсем не похоже. Да. А может, это все-таки вы? Может, и мы, да. Да, это мы играли в догонялки. А что, поиграть, что ли, уже нельзя? Вас же не было. Да, не было вас. Ну что ж, поиграть, конечно, можно. Даже нужно, я бы сказала. Но после себя обязательно нужно все убрать. Надеюсь, ребята, что вы так не поступаете. Хорошо, мы сейчас все-все уберем. Уберем все, да. Ну что ж, пока наши зверята наводят порядок, давайте с вами, малыши, вспомним, о чем мы с вами разговаривали на прошлом уроке. Мы с вами начали проходить Южную Америку. Давайте посмотрим на карте, где она у нас с вами расположена. С севера материк омывается водами Карибского моря, на востоке – водами Атлантического океана, на юге – Магелланова пролива, а на западе – водами Тихого океана. Южная Америка является четвертым по величине материком. Ну что, вы навели уже порядок? Да. Да. Тогда давайте посмотрим на карте, какие страны есть в Южной Америке. На карте? Колумбия, Перу, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Чили. А теперь я, можно я? Да читай. Аргентина. Бразилия, Уругвай, Парагвай. Какие интересные имена у них, правда? А еще тут Гайана. И Суринам. Я правильно произнес? Суринам? Правильно. А еще вы не назвали Гвиану. Всего 13 стран. Запомните это. Какая страна самая большая из них? Какая? Самая большая же Аргентина, да? А вот и неправильно, Афоня. Самая большая – это Бразилия. Правильно, это Бразилия. Она занимает почти половину территории Южной Америки. Это пятое по величине государство в мире. А я как раз и хотел сказать Бразилия, просто перепутал. Хотел, не сказал. Но будь внимательный, Афоня. В Бразилии говорят на португальском языке. А скажите мне, какая большая река в Южной Америке?
Самая большая? Да, самая большая. Я запомнил, это Амазонка. Верно, Амазонка протекает в Бразилии. Это самая большая река материка. Амазонка очень многоводна. И ежегодно она сбрасывает в океан больше воды, чем все реки России. Представьте себе это только. А по своей длине Амазонка уступает только Нилу. А Нил протекает в Африке, эту реку мы тоже проходили. А, я помню. Это хорошо, что наши уроки не прошли зря, и вы это усвоили. Ну что ж, сегодня мы с вами продолжили знакомство с Южной Америкой. А сейчас наш урок подходит к концу. И мы можем пойти и поиграть? Да, вы можете пойти и поиграть. Мы пойдем еще что-нибудь разрушим. Сначала нужно попрощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. Пока, друзья, пока. До новых встреч.